Всем привет! В этом видео я бы хотела рассказать вам о проекте Toki.N. Давайте вместе узнаем о его деятельности и структуре, а также поговорим о его возможных перспективах, методах взаимодействия и использования в криптомире. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Toki.N – это канадский проект, который позволяет передавать информацию от фермера и переработчика потребителю без нарушения ограничений на рекламу каннабиса. Цель проекта – в конечном итоге принимать криптовалюты для оплаты покупок на этом сайте. Стоит отметить, что в прошлом году Scotian OG получила 7 лицензий на выращивание каннабиса от Министерства здравоохранения Канады для сторонних производителей. Разработчики уверены в получении надлежащей лицензии для проекта Toki.N. Международные продажи каннабиса могут произойти в будущем, в зависимости от того, как другие страны будут развивать свои программы легализации и где мы найдем потенциальных партнеров. В настоящее время проект сосредоточен на Канаде из-за зрелости отрасли и способности использовать многочисленные связи в этой стране. Важно учитывать то, что проект следит за полной реализацией деятельности от семян до продажи, что позволяет точно определить методы выражения и обработки, а также систему упаковки, транспортировки, условия хранения и структуру налогообложения. Когда потребитель покупает каннабис у одного из наших партнеров, он получает QR-код на упаковке. Потребитель сканирует код и получает следующую информацию о продукте вместе с NFT, которые аутентифицируют его. Toki.N представил свои основные цели на дорожной карте. Здесь вы сможете ознакомиться с постепенным развитием проекта и его основными стилями. Toki.N отлично интегрировался в систему NFT. NFT, доступные в упаковке каннабиса, можно будет коллекционировать, покупать и продавать. В других коллекциях будут представлены искусство и музыка, посвященные культуре каннабиса. Для пользователей за пределами Канады NFT можно приобрести на торговой площадке или создать на веб-сайте. Пользователи могут собирать наборы всех штаммов от производителя, селекционера или региона. Таким образом, NFT будут функционировать как членская карта для отслеживания покупок или предоставления баллов лояльности, где это разрешено. Давайте рассмотрим токеномику проекта. Первоначальная поставка токена находится на уровне 1 триллиона и распределяется следующим образом. 20% входит на предпродажу, 60% закрепляется в ликвидности и еще 20% сжигается. На каждую транзакцию предусмотрен налог в 10%, который распределяется следующим образом. 4% – пул ликвидности, 3% – стартовый фонд, 2% – фонд маркетинга и развития и 1% – сжигания. На сайте Toki.N будет как торговая площадка NFT, так и традиционный интернет-магазин. Интернет-магазин предоставит широкий ассортимент принадлежностей, связанных с каннабисом, и товаров для домашнего выращивания. В скором времени в Канаде появится лицензированный на федеральном уровне онлайн-магазин медицинского каннабиса, где потребители с надлежащими медицинскими документами смогут на законных основаниях приобретать каннабис и продукты из каннабиса у партнеров. Toki.N будет интегрирован в качестве основной валюты в VR-игру под названием New Block City. Игроки смогут размещать свои Toki.N и собранные или купленные NFT на своих собственных виртуальных фермах в районе NBC под названием Agrestic. Среди особенностей метавселенной можно выделить возможность открытия бесплатных ферм OG, получение пассивного дохода, развитие и рост, ну и, конечно же, вознаграждение. Пользователи могут разводить 2 семени NFT в одно гибридное растение, которое будет иметь генетические компоненты каждого семени. Эти гибриды могут быть более или менее ценными, чем их родители на рынке. Каждое творение пользователя будет уникальным и обеспечит разнообразный игровой процесс с течением времени. Новый Block City – это метавселенная, разработанная объединить 6 блокчейн-проектов в один. Городской ландшафт разделен на 5 районов. У каждого района есть свои сильные и слабые стороны, а также определенная роль в большой экосистеме New Block City. NBC построен на нескольких блокчейнах – Polygon, Ethereum, Binance. Он будет включать в себя как токены, так и проекты NFT. Несколько команд разработчиков работают вместе, чтобы обеспечить своим инвесторам безопасную и прибыльную игровую экономику. Игра предоставит Toki.N огромный район под названием Agrestic, жители которой смогут получать пассивный доход от всей городской деятельности и использовать Toki.N в качестве оплаты для любой транзакции. Toki.N дарит нам возможность прямого маркетинга их генетики и методологий, добавленная стоимость коллекционного NFT к продукту, повышение лояльности клиентов и узнаваемости бренда. Сам токен будет являться основной валютой маркетплейса и игры. Потребитель сможет получать достоверную информацию, коллекционные NFT и дополнительную выгоду с торговли Toki.N. Таким образом, Toki.N предоставляет партнерство с более чем 200 компаниями, а также работу с государственными регуляторами. Он успешно прошел пресейл с пулом в 500 BNB. Весь принцип работы основан на системе токенов NFT и реализован в игровой метавселенной.
Проект успешно прошел аудит и готов поделиться результатами со своими пользователями. В скором времени пройдет AMA, CMC и CG. Это отличная возможность подготовиться к ним и ничего не пропустить. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Спасибо за просмотр!